Всем большой привет! Я вас всех приветствую на своем канале. И сегодня у меня вот такая посылочка от торговой марки Nico Nagel. И сейчас мы посмотрим, что же у нас там пришло. Начнем открывать. Ничего не помялось. Тут у нас бумажки. Вот такая палитра. Вы ее уже видели, я показывала. Была у меня посылочка с эльфийской пастелью. Такая палитра. И сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Так, а тут у нас набор стереотинт номер один. И гель-лак Опиум Звезда Мирославы Волевой номер 33. Так, ну что, будем смотреть наш наборчик. Так же, как и у эльфийской пастели, вот такая вот сумочка. Сейчас посмотрим наборчик. Так. Так, тут у нас гели. Сколько у нас их здесь? Тоже 7 штук. 7 гелей. И набор с фресочками. Итак, я открыла все баночки, но защитную пленку я не снимала. И сейчас мы посмотрим каждый из цветов. Начнем вот черный. Ну, обычный черный. Так. Вот такой розовый. Красивый такой розовенький цвет, беленький, он тоже такой чисто белый, без желтизны, без всего, чисто белый. Вот такой красивый салатовый, обожаю салатовые оттенки, прям, ух. Вот такой красивый цвет морской волны, тоже очень красивый оттенок. Вот такой жемчужный розовый. Прям жемчуг красивый. И последний вот такой, он, я не знаю, как может на камере оранжевым смотрится, но он не оранжевый, а знаете, такой персиковый больше оттенок, прям такой нежный-нежный персиковый. Вот такой набор, состоит он из 7 гелей филлеров для заполнения наших фресочек. Так, сейчас мы посмотрим наши фресочки. Их здесь в наборе тоже 10 штук. И сейчас мы каждую посмотрим. Так, вот такие вот у нас кошечки Китти. Еще одна Китти. Две повторяются. Так, дальше у нас вот такие украшения. Ну, это тоже можно просто как бы не заполнять, а просто для украшения, да, ноготочков, дабы дополнить наш дизайн. Еще одна такая же для украшения ноготочков без заполнения. Далее у нас вот тут такие зайчики, птички, белочки. Даже здесь вот пони есть внизу. Вот она. Пони, белочки, птички и наверху зайчики. Так, что у нас тут? Так, еще одна такая же. Зайчики, пони, птички, белочки. Вот такие цветы. Тут у нас лилии, розы, цветочки. Вон даже анютки. Люблю анютки тоже. Еще одна такая же повторяется. Тоже лилии, розы, анютки. Так, все по две, так понимаю, в этом наборе. Так, и последние у нас тут. Да, повторяются. И две одинаковых еще. Это у нас тут наверху стрекозки, ромашка, роза. Так понимаю, тоже это у нас... Все, забываю цветок-то. А, как же он? Люблю этот цветок.
у самой дома горшок с цветком. Забыла. Ну ладно, бог с ним. И вот такие, в общем, еще две одинаковых фресочки. Всего их 10 штук, по 2 каждый. Так, ну что, посмотрим, наверное, на консистенцию, да? Возьмем вот такой персиковый оттенок и поковыряем его немножко. Тоже смотрите, какой вот он. Посмотрите, какой вот он тоже густой, насыщенный. То есть он будет хорошо также ложиться нам на рисуночек. Хорошо будет заполняться, никуда не растекать, никуда не убегать. Потому что такая консистенция хорошая. Ну а там в работе, конечно, посмотрим. Уже по ходу работы, когда буду делать дизайны. Дизайны я вам покажу. Так, кто-то опять пришел. Господи, что ж сегодня за день такой, а? Итак, с данными гелями, с данным набором я покажу дизайны. Естественно, буду что-то делать, рисовать, вам показывать обязательно. Данный набор меня устраивает, мне он нравится. Сочетание цветов также мне нравится. Все мои любимые оттеночки очень люблю. И цвет морской волны, и салатовый, и розовый, и персик. Еще даже тут жемчужный. Белый и черный – это классика вообще. Ну, набор меня порадовал, честно скажу. Мне нравится. Вот, Ника Нагель. Молодцы. Вот, супер набор. Буду пробовать, буду рисовать. Так, ну что, у нас еще гель Опиум. Давайте мы его сейчас тоже выкрасим, посмотрим, какой же цвет. Сейчас мы его встряхнем, сделаем ему массажик. Так, не открывается. Опа. Итак, берем типс. И сейчас будем наносить наш гель-лак. Красненький. Обожаю красные. Цвет похож на молекулу номер один. Также меня устраивает то, что длинная кисть есть. Вот это прям мне очень нравится. Также гель-лак средней консистенции. Не густой, не жидкий. То есть нужно нанести его в два слоя. Первый слой мы нанесли. И сейчас я его просушу. Пока гель-лак просыхает, вот покажу для сравнения гель-молекула, да? Так, это у меня номер один. Господи. Так, для сравнения сейчас посмотрим. Опиум, конечно, он потемнее. Этот более такой светлый красный. А опиум потемнее. Вот этот классный гель-лак. Очень люблю его. Очень красиво на ноготках смотрится. Долго держится, вообще без проблем. Можно его наносить, если хорошие натуральные ноготочки, то есть неповрежденные, не слоятся, крепкие, хорошие свои ноготки, то вот этот гель-лак можно наносить без базы и без топа, без финишного покрытия. То есть подготовили ноготочек просто, зашлифовали его, опилили, нанесли праймер и можете смело наносить гель-лак молекула. Все, просушили, больше ничего не надо. Ни финиша, ничего. Очень классно. Но это только для тех, у кого хорошие свои ноготочки, здоровые, крепкие, не ломаются, не слоятся. Вот. Я, конечно, на свои у меня более слабые, более тонкие. Я наношу базу. Базу я наношу себе в один слой. То есть нанесла базу, нанесла гель-лак и все. Могу и без топа просто ходить. В общем, классный. Я вообще довольна, попробовала. Мне вот этот нравится гель-лак. Еще вот этот испытаю. Похожу, попробую. И вам скажу, как. У меня как раз скоро коррекция. Нужно мои ноготочки обновлять. И как раз вот попробую гель-лак Опиум. Красненький вот этот. Похожу и скажу, как он. Посмотрите, во второй слой он у нас уже выравнивается. Нигде ничего не полосит, нигде ничего там, никаких изъянов нет. То есть ровный, красивый, красный такой ноготочек у нас получается. Я его просушу, а потом перекрою финишем.
Так, перекрою наш типсик топом. Боже мой, да что ж сегодня такое-то? Я прям не могу. Сегодня и в дверь, и в телефон. Просушили мы топ. Вот такой красивый красный насыщенный цвет у нас получился. Мне нравится. Я вообще люблю красные, поэтому надо, конечно, его поносить, попробовать. Вот как раз на себе и испытаю, попробую. Потом вам скажу, как вот он в носке, как носится, как что, чего и как. Ну что, на этом все. Мой обзор закончен. Сегодня у нас был обзор вот такого наборчика. Называется он StereoTint, в который входит у нас 7 гелей-филлеров для заполнения вот таких фресочек. Здесь их 10 штучек. Они у нас по 2 каждые. Вот. Ну и обзор вот такого гель-лака. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем до новых видео. Всем пока-пока.